когда говорят, что у актера Максима Аверина миллионная армия поклонников, то это никакое не преувеличение. Его действительно очень любят зрители, но все его герои настоящие и запоминающиеся. Да и сам артист обладает харизмой, внешней привлекательностью и какой-то неуемной внутренней силой. Но сегодня более детально хотелось поговорить про его личную жизнь. Эту сторону жизни известного артиста обсуждают много и часто. Аверин славится своими многочисленными романами, ни один из которых не продержался долго. Эти молниеносные отношения можно объяснить только одной причиной – невероятной занятостью в профессии. По слухам, любовницей Аверина была Виктория Тарасова, с которой они вместе снимались в сериале «Глухарь». Максим сам признавался в интервью, что Виктория ему нравится, однако это был мимолетный флирт и ничего более. Достаточно долго ходили разговоры о том, что Мария Куликова тоже оказалась очарована талантливым артистом и попала в его сети. Их знакомство длится уже два десятка лет с тех самых пор, когда они поступили в один институт. Максим нравился Марии, но в то время она была не свободна. Артист однажды признался, что их связывает не столько дружба, сколько приятельские отношения. В 2015 году Куликова рассталась со своим супругом, и это обстоятельство вызвало новую волну обсуждений на тему, есть ли у нее роман с Авериным. Максима абсолютно не смущает его репутация ловеласа. Он сам иногда подливает масло в огонь, вызывая к своей персоне повышенный интерес. На передаче «В один в один» он участвовал в составе жюри и с экранов заявил, что скоро женится на актрисе Ане Ардовой. Она тоже была в этом же жюри, и всю передачу они о чем-то шептались, смеялись, в общем, достаточно убедительно, чтобы зритель понял, что у них пылкие чувства. После эфира они честно признали, что пошутили, и никакая романтика их не связывает. Однажды в сети проскочило фото, где Аверин запечатлен с младенцем на руках. Реакция поклонников артиста была мгновенной, начали выдвигаться разные версии, заговорили о том, что Максим сменил статус завидного холостяка на счастливого отца, но на самом деле фото не отражало действительного положения вещей. Это был или рабочий момент со съемочной площадки, или Аверина кто-то поймал в кадр с чужим ребенком. В настоящее время артист убеждает поклонников, что в личной жизни у него полный порядок. У него есть девушка, он предпочитает ничего о ней не говорить. Ни одной совместной фотографии Максима и его избранницы не просочилась в сети. Известно только одно имя девушки Таня, и она не имеет отношения к миру искусства. На вопросы о том, какой он видит свою будущую жену, Аверин всегда отвечал, что в первую очередь хочет найти верного друга и единомышленника.